Всем привет! Продолжаю путешествовать по картинам художников. Нюстоп Вальтер Джо, английский художник, родился в 1831 году в Колчестере, в семье художника. Вечерами учился в Лондонском рабочем мужском колледже, был студентом Россетти и Рёскина. Последний Рёскин преподавал в колледже рисунок. И Нюстов вспоминал, как Рёскин заставлял его делать карандашных зарисовок столь много мелких подробностей, что это не преминуло отразиться на зрении художника. В 1862 году, после смерти жены Россетти, Элизабет Сидл, Нюстов стал учеником и ассистентом в мастерской художника. Он имел счастливый характер, позволявший ему прижиться со столь непростым, склонным к депрессии человеком, которым был в те годы Россетти. Вскоре Нюстоп женился на Эмили Реншоу, которая послужила моделью для многих картин художника и его учителя. Изменения в личной жизни Нюстопа и необходимость содержать семью вынудили его в 1865 году уйти из мастерской Россетти, где он как ассистент за свою работу не получал ничего. Художник стал выставлять свои работы в Королевской академии, обществе британских художников, галерее Дадли и на других выставочных площадках. Творчество Нюстопа не было оригинальным. Его стиль несет на себе печать влияния Россетти, а женские образы, созданные им, слишком напоминают роковых красавиц Россетти. Тем не менее, в 1870-х годах он имел некоторый успех. В 1878 году Нюстоп все же возвратился к работе в качестве ассистента, на этот раз в мастерской Форда Мэддок Брауна, которому он помогал расписывать здание городской ратуши Манчестера. Это сотрудничество продолжалось вплоть до смерти Брауна в 1893 году. Дочь художника Алиса, как и ее мать, неоднократно служила художнику моделью. В 1899 году она вышла замуж за Уильяма Ротенстейна, и сын, сэр Джордж Ротенстейн, в 1965 году опубликовал книгу воспоминаний, значительная часть которой посвящена Нюстопу. Ну вот так вкратце о Вальтере Джоне Нюстопе, английском художнике, данный по книге Ивана Мосина «Прерафаэлизм». Пока-пока, до свидания.